Всегда приятно выигрывать. В том году нечасто у нас победы. Работаем над этим, конечно же, пытаемся улучшать игру. И я думаю, что победа заслуженная. По делу мы создали больше моментов, контролировали ситуацию. Были осмысленные комбинации, которые не оставляли равнодушным болельщиков. Видно было, что радовались, получали эмоции. Ну, в общем-то, хороший матч, качественный, и заслуженно победили. Команда отлично начала второй тайм. Какие-то слова нашли в перерыве или по какой-то другой причине? Ну, поговорили, естественно, в перерыве. Были моменты у нас в первом тайме, которые мы не доводили, но можно их характеризовать как стопроцентные моменты. Чуть не хватило исполнительского мастерства. Начало второго удачно для нас сложилось. Обращали внимание, что предыдущие две игры, начало второго тайма было не в нашу пользу, поэтому где-то на это обратили внимание, чтобы более концентрированно, более собрано мы начали второй тайм. В общем-то, так получилось. Хорошо, что забили, и дальше уже контролировали ход игры и довели до логического завершения. Коллеги, вопрос. Первый тайм Гомель владел территорией, создал ковровые моменты. Вот обращайте ли вы внимание такое, ну, казалось бы, сколько за сегодняшний матч было стопроцентных моментов. То есть не хватает, может, остроты на завершающем этапе, или мастерство подводит, или психология подводит. Ну, давайте начнем с того, что хорошо, что моменты уже есть. И второе, то что, ну, давайте оставим голы на следующие игры, чтобы мы дальше зарабатывали победы. Ну, сегодня понятно, что можно жалеть об упущенных возможностях, но хорошая тенденция, что моменты возле ворот соперника создаются, они не спонтанно, они после обдуманных комбинаций, это радует, и хочется, чтобы эти моменты в следующих играх реализовывались, и нам это приносило победу.